Хей, я Угэй, с вами Миша и Микки, и мы продолжаем проходить игру под названием Hall of Kings. Сегодняшние планы, я все-таки нормально прочел то сраное описание, где какие допфутые предметы. Потому что, вот сами подумайте, у нас карта с вами, ну почти вон. Вон. Блин, а эти мне нужно капан накуплять, еще остальные закрытые амулеты, потому что благодаря, ну короче, мы будем их покупать, и у одной торговки будут типа ящики для колечек открываться. Окей, что у нас, короче, с вами? Нихера, у меня уже 466 откуда-то. Короче, нам нужно еще один кусочек найти бледной руды, чтобы апнуть свой меч. Да-да-да. И маску можно найти где-то еще одну часть, и еще увеличим себе уровень. Карта. Карта у нас почти вся открыта. По идее, вот где еще маска у нас там закрыта, какая-то область, потому что ничего не показано. У нас сейчас... Давайте мы, короче, с вами пойдем в кристалку. И в кристалке нам нужно получить дроп. Дроп это тот предмет, который мы с вами так и не собрали. Кристальную бомбу. Ой, комары. Как вы видите, да, тут немного изменились враги, изменилась немного обстановочка. Тут немного камикадзе появились. Камикадзе, вот эти летающие жуки, мухи вот эти сраны, которые срут. Так. А я правильно хотя пойду? Да, я правильно иду. Окей, все отлично. Еще в землю покаяния нужно будет сходить. Там, потому что где там? Ой, ой-ой-ой. Я же, честно, и забыл про это. Про сосулечки. Землю покаяния. Там, помните, было место, куда я не мог запрыгнуть. Нужно будет еще туда загонять. Просто большие жуки. Вау! Так эта тварь еще взрывается, оказывается. Короче, нам нужно... Или потом... Ладно, давайте потом. Погнали. Хотя не. Кристалку еще я смогу как-то попасть. Ладно. Чтоб не тратить время, вот на беготню. Умру. Ладно, я все равно потом могу прийти и забрать души свои. Погнали за тем, зачем мы идем. И это кристальная бомба. Так, кристальный пик. Мы сюда, да, мы с вами еще не спускались? Или спускались? А, мы здесь с вами летучих мышей побили. Ну, короче, не так далеко с вами ушли. О. Денежка. Так, с этими я дрался, да? И они со мной тоже дрались. Так, скамеечка здесь есть, значит я как раз сохранюсь. Вау. Вот скамеечка наша. Отдыхаем. А куда я тогда пошел? А, мы походу вообще с другой локации просто вышли. Или нет? Блин, мне карту бы купить где-то. На самом-то деле. Ай,
Ай-яй-яй, а есть ли возможность купить карту? Ага, хорошо, они через какой-то промежуток времени возвращаются в нормальную форму. Это хорошо. Тухлое яйцо. Я думал, что они не переворачиваются обратно, поэтому я думал, это будет жестко. Но нет. Вот эти вот меня немного напрягают, жуки-метальщики. Ну что это? Ну что это? Мне эта херь будет бесить. Очень же сильно бесить. Так, там тоже летун этот херов. Нужно понять, где... Где карту купить? Где мне купить карту? Да, я иду. О. Вижу знакомых. Отлично. Все, ты свободный, да. Ой, сраный пик. Ой-ой-ой. И как мне против этой хери сражаться? Окей, пронесло. Ой, картежник! Тихо. Может, он с этой стороны? Карты. Он точно не тут. Карты, листок бумаги. А я их тоже, получается, да, могу убить? Каким-то способом. Да, могу убить, ништяк. Так, там город как раз у нас, выход в город. Размер этой горы поражает, правда? Я когда-то слышал, что там на самом конце есть площадка. Там-то я туда не полезу. Небольшой любитель высоты. Да, я куплю карту за какие-то... Так, а здесь мне... Смысла туда идти нету. Туда мне тоже не попасть, потому что у меня нету двойного прыжка. Клаев. Пойдемте выше. Ну, черт. Ладно. Главное, я не знаю, как этих убить. Или их только в лицо можно убивать. Ай-яй. Ай-яй-яй-яй. Да, вот это опасный херя. На самом-то деле. Я шел по-вашему тупой? Там точно скамейка? Да, там скамейка. Но там и походу кто-то сидит. Посмотреть. Ключ лавочника. А, тут закрыто у нас все.
Ладно, давайте попробуем, пойдем. Кристальный. Воу-воу-воу. Ё-моё. Так он легкий оказался. Все? О, моя лавочка, все. Так, у меня есть карта теперь. Смотрите. Землю покоения мы, получается, тогда попали просто. У нас есть один путь, куда я не смогу вообще попасть. Наверх есть дорога и есть... Давайте, короче, пойдем по этой дорожке сейчас. А, мне сюда не залезть даже так. Так, это я открыл какой-то срез. Вопрос, что за срез? Вот, блин, хрень, что она так атакует. Так, это у нас... Я понял. Пойдемте ниже. Так, это куда-то вниз падаем мы вообще. Здесь тоже проход. Ага, а там же закрыто. А не открыто. Ух ты ж, ё-моё. Блин, я же не отхилился. Так, плюс еще один. А, о, все открылось. Ништяк. Все открылось, все остановилось. Ништячок. Нужно, короче, будет прокачать на большое расстояние, чтобы бить. Это просто пойдем наверх, да, у нас выходит. Ага. Хорошо. Пойдемте вниз, тогда может снизу где-то есть проход еще наверх. Так. А тут у нас что? Тоже все закрыто. Блин, а вот знал, сейчас зацепит. Чё, херели? Что вы тут вообще на меня нападаете? Так. Плюс один срез. Отлично. Туда только через низ. Ну я ж успел! Ладно.
Фух. Так, вниз можно спрыгнуть. Бля, ладно. Отлично. Спускаемся вниз. О, привет. Так, все, дальше здесь я везде был. Я открыл просто еще один срез. Так, здесь у нас ничего. И все, да, получается. Окей, погнали в другую сторону. Посмотрим, что здесь. Так, мне, короче, на лавочку надо. А где лавочка? О, вот и лавочка сейчас будет наверху, да? Зараза, все-таки зацепил меня. Так, наверх. Пипец, у него кирка далеко атакует. Так, ладно. Кто я ключ получил? Лавочника. Карта обновлена. Давайте, короче, попытаемся... А, здесь я не поднимусь, а там у нас закрыто. Да? У нас даже три подъема. Ай, ладно. С той стороны, кажется, тоже, если не ошибаюсь, было закрыто. Так, готово. Теперь просто вверх поднимаемся. О! Да, видишь, что надо, правда? Я не удивлен, что вижу тебя в подобном здравии. Вот тебе и пришлось пробираться через те блестящие пещеры. Я чувствую ауру силы вокруг тебя. Полагаю, если бы не твой крохотный рост, зрелище было бы устрашающе. Мне не было жалко всех тех шахтеров, до сих пор бесконечно трудящихся в своих копьях. Их сразила чума, но признание невинной силы до сих пор движет им их оболочки. Говорят, будто в кристальной руде стоится некая энергия. Не такая сильная, как энергия души, обуздавшей жителями города, но менее смертельная. Так странно знать все эти древние факты. Интересно, откуда у меня эти знания? Так. Ну все, да, в принципе, здесь нету, только здесь еще проход у нас остается. Деяние наверх, а мне туда не попасть, значит, идем по прямой. Так, слышу... Блин, постоянно о ней забываю.
Так, забираем. Проход закрыт, да? Так, я понял. Так, в смысле? А как... А, все нормально. Уже все нормально. Так, это был срез, который был у меня закрыт. А выше еще что-то есть? Мы свысока пришли. Дневник. Оп. Так, поехали. Здесь ничего тоже нету. Так, срез открываем. Так, слышу малого. Ага, мне туда не долететь. Так, они рандомно стреляют? Нет, у каждого своя линия атаки. Так, окей. Ой-ой-ой-ой. Вы чёрт, нет! Ай-яй-яй-яй. Зараза. Так бы я сейчас ещё просрался. Поехали. Так, ну тут мне не пройти. Осмотреть. Кристальное сердце поглощено. Удержите S, тогда находясь на земле или встретите на стене, чтобы концентрировать энергию S. Ага, ну все. Ну вы поняли, да, теперь что я могу делать? Вот это вот мне херь теперь поможет в других делах. Теперь эта херь поможет мне в других делах. Так, я тут еще, да, не был. А, я только могу либо туда, либо сюда. Мне нужен двойной прыжок.
АЕФ. АЕФ, мне нужен двойной прыжок. Ой, тихо, тут можно от стены отпрыгнуть. Вот черт. То есть так оно нихера, да? Блин, или можно? Тихо, мне нужно понять. Блин, походу уже нельзя. Ладно, погнали. А, тут вообще прохода дальше, да, никуда нету. То есть на то. Ладно, пойдем тогда сохранимся. Там лавочка все равно недалеко. Тут все равно лавочка недалеко. Так, хорошо, мы полностью все открыли, все разблокировали. Там вон есть проход. Там мы сейчас пойдем. Как раз у меня показалось. А, это кристалл поднялся вверх, ладно. Значит, показалось. Так, и низ. И вот сюда. Извини, так разминулись, но я у него уже карты покупал, поэтому... Блин, я хочу наверх забрать вещицу, которая там лежит. Что, полетели? Так, готово. И вперед. Так, энергия, вперед. О-хо-хо. Окей. А где я? Опа, это я пик, это я себе сократил дорогу, я сейчас на поверхности. Слушать. Эх, еще один с гвоздем. Полагаю, ты многие собираешь отправить тот свет, если тебе нет дела до мертвых. Хоть бы подумал, сколько жукам моей профессии после тебя придется потрудиться. А, ты хочешь повоевать? Подожди. Кажись, я больше не получу, да, эту херь? Так, ладно. Отдохнем. У нас есть там еще, видите, тропинка куда-то. Тропинка, тропинка, тропинка. Хотя давайте, время еще есть, поэтому быстро сгоняем вниз. Нужно очень быстро все это сделать. Хотя мне кажется, да, поехали. Так будет быстрее. Возьмем жука, прокатиться нужно. Прокатиться, прокатиться, прокатиться. Амисуду. Добытый перепутье. Так я намного буду быстрее, ну и ближе. У нас есть первая зона, там где грязму, да? Наверху локация. И еще мы можем теперь полететь там, где, помните, в том? Я... бесился и мучился, искал эту херь. Так. Блин, нужно не забывать, что они теперь взрываются. Бесился и мучился. Насчет вот этой хери, когда...
О, так души мне рандомно, да, сдают за кого-то? Ладно, просто вниз погнали. Будет быстрее. Так, скамеечка здесь есть. Отдохнем по фасту. И мне нужно еще ниже. Или стоять. Да, еще ниже. Я знаю, что уже время, но все же... Тут идти немножко. Вот и все, мы пришли. Вот это место. Воу. Вот туда я ж не мог попасть. Теперь я могу попасть. Плюс тут есть скамеечка тоже. Слушать. Ох, ты меня напугал. Привет, привет. Входи, сладенький, входи и будь как дома. Меня зовут Салюбра, а это мой уютный магазинчик амулетов. Скажи, тебе направили ко мне местные жители? Славная деревенька, правда? Теплая, душевная и полная жизни. О чем мы разговаривали? Ах да, амулеты. Вижу, у тебя уже своя коллекция. Прекрасно, я покажу тебе кое-что и своей. И если какой-нибудь амулет тебе пригодится, приглянется, можешь забрать его с собой. Ох, я могу эти понакуплять сейчас. Да? В смысле? А, мне еще... Блин, мне еще... Амулет мне нужен еще один. Давайте самый дешевый вот этот купим. Самый дешевый, и я могу теперь за 900 купить вот это. Ячейки. Купить, купить, купить. Блин, 7 нужно еще. Так, длинный гвоздь можно взять. Какой у тебя прекрасный гвоздь? Тебе когда-нибудь хотелось, чтобы порой он был немного длиннее? О-хо-хо. Ну уже возьми домой этот амулет, и внезапно враги станут покажутся ближе. Прикольная вещь. Вот это я не знаю, что это красная власть, правда, но она дорогая, на самом деле. Ладно, куплю. Или можно даже это купить. А мне на все хватит даже. Зачарованный. Так, итого у нас... Ой, подождите, а сколько мне нужно было? Мне оставалось 7. Привет, привет. Мне еще нужно 3 амулета купить где-то. 3 амулета. У меня как раз 3 ячейки освободилось. Ну, теперь есть. А что вот это у меня стоит? Герб защитника. Особый амулет здоровой королевы хаоса носить и буду, то есть... А, аромат, точно. Так, аромат. Создает нам, так говоря, позволяет чаще наносить удар гвоздем. Еще можно один взять. А на единичку есть у нас что-то? Шипастый одет. На единичку у нас ничего нету. Ну да, меч стал немного длиннее, пускай такой и будет. Ладно, давайте, короче, на этом мы закончим. В следующей серии мы с вами отправимся за кислотной слезой. Только это мне нужно будет уже тогда заранее туда прийти. Ой, а у меня ключик есть. Нужно будет. Ладно, королевские стоки мне нужно попасть. И тут где-то была локация, где можно кристалл будет заюзать. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.